Время перемен. По всей стране с 15 апреля идет всероссийское голосование по формированию комфортной городской среды. Благодаря этому проекту жители сами могут выбирать места будущего благоустройства и проекты по его реализации. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Голосование проходит уже в третий раз и становится все более популярным и востребованным. Для большего охвата жителей на всех территориях работают волонтеры, информируют людей о нацпроекте и помогают отдать голоса за тот или иной объект. В этом году от Одинцовского округа в конкурсе участвуют 24 локации. Подводить итоги пока рано, но уже можно отметить наиболее популярные места. Голосование в Одинцовском округе проходит уже месяц. Популярностью пользуются в городе Одинцово это площадь около администрации и пляжная зона в Успенском. Также в Кубинке это площадь, центральная площадь. И в Голицыно это сквер около церкви Серафима Саровского. Центральная площадь в Одинцове словно зеркало городской истории. В 70-х годах прошлого столетия она выглядела пустынно. Сейчас здесь все совершенно по-другому, но буквально в 2024 году эта зона отдыха может стать еще комфортнее. Мы узнали у жителей Одинцова, какие элементы благоустройства они хотели бы видеть на этой площади. Что, по-вашему, здесь не хватает? Здесь можно улучшить, конечно, поставить уличные тренажеры. Здесь может быть как-то асфальт обновить, в некоторых, может быть, местах хотя бы или где-нибудь еще. Еще один из наиболее востребованных запросов здесь – благоустройство пруда знаменитой Баранки. Некогда обычный песчаный карьер, сегодня это излюбленное место отдыха горожан. Мне бы хотелось, как жительница Одинцова, я почти 60 лет уже здесь живу, чтобы вот это место очень красивое немножечко облагородили. Сделали как зону отдыха для жителей нашего города, чтобы люди могли окунуться в жаркую погоду, позагорать, то есть отдохнуть полноценно. Полный перечень конкурсных объектов Одинцовского округа доступен на официальном сайте проекта. Там же до 31 мая можно проголосовать за выбранную территорию и сделать свой населенный пункт лучше и комфортнее. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».